Карачаево-Черкесия уникальны своей историей, природой, традициями и многообразной культурой регион России. Одна из живописнейших республик Северного Кавказа. Здесь, у подножия Седого Эльбруса, в мире и согласии проживают более 90 национальностей. Говорят на 5 государственных языках. Карачаево-Черкесия – это республика трудолюбивых людей, хранящие завещанную предками как сокровище национальную самобытность. Культурное наследие нашей республики славится историческими памятниками, заповедными местами, зажигательными танцами и завораживающими песнями. Ее древняя и вечно молодая земля воспета поэтами и писателями, отображена на полотнах художников. Чистый воздух, хрустальные реки, озера и водопады, вековые деревья и величавые горы всегда привлекали внимание гостей со всего мира. На этой благодатной земле их неизменно окружает радушие и гостеприимство народов, населяющих нашу республику.